29 октября 2017 года исполнилось 99 лет с момента образования ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. И в этот день рождения организации ветераны комсомольского движения нашего района всегда встречаются на торжественном митинге, чтобы поздравить друг друга со знаменательной датой. Торжественный митинг прошел в сквере «Юность», который был открыт 9 лет назад, в день 90-й годовщины со дня основания ВЛКСМ. С тех пор отмечать праздник именно здесь – это уже традиция. И в этот раз, несмотря на прохладную и сырую погоду, они пришли возложить цветы к памятному камню. Да здравствует Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи! Комсомол – это целая эпоха в истории нашей страны. Молодые люди, обладатели заветных значков и красных комсомольских билетов, были впереди и на трудовом поприще, и на войне. На них многие равнялись, им доверяли самые ответственные задачи. Михаил Несвит, комсомолец, с 1966 года вспоминает. Во всех крупных свершениях, громко может сказано, страны, комсомольцы принимали участие, и комсомольцы Ленинского района, в частности, потому что район был, в общем-то, не совсем, так сказать, заурядный. Много важного было сделано руками активистов ВЛКСМ Ленинского района. И, по их словам, это делалось всегда весело и с задором, сообща. Комсомольцы были единомышленниками, настоящей семьей. Строили МКАД. Вот, например, мы работали, каждый должен был отработать сколько-то. Я отработала 4 дня на строительстве МКАД. Как было интересно, как было весело. И, несмотря на то, что было трудно, мы с удовольствием выполняли эту работу. Это субботники. Это воскресники, которые настоящие были, у вас субботники и воскресники. Когда мы шли, например, и ремонтировали школу в Булатниково, а работала я на Берилевском экспериментальном заводе. По мнению собравшихся в этот день в сквере «Юность» и в наше время, необходимо создать подобное молодежное движение. Очень жалею, что нету сейчас вот такой организации, которая бы вот так бы сплачивала молодежь на какие-то хорошие дела. И, в общем-то, этого, наверное, не хватает. Создание такой молодежной организации было бы лучшим подарком к столетию со дня основания ВЛКСМ, которое будет отмечаться уже в следующем году.